Насколько я знаю, на сегодняшний день это самая большая авторская меховая коллекция в истории украинской моды. Это достаточно дорогое удовольствие, должен сказать. И только лишь благодаря нашим партнерам оно состоялось. И Киев, конечно, был потрясен, потому что то, что мы сделали, ну, как бы этого не ожидал никто, даже мои коллеги-дизайнеры, с которыми я потом общался, они мне говорили о том, что у них как бы и в мыслях не было, что оказывается, ну, шубу, к которой все привыкли, все знают, что такое шуба, да? 1,5 метра меха длиной. А то, что мы сделали, это были вот такие вот легкие платья, только из меха. То есть все невесомое, все очень легкое, все очень мягкое. Это особенные технологии, это делается непросто, поэтому, собственно говоря, и работа над ней шла почти полгода в связи с этим. Ну и это, конечно, уникальный мех, потому что это и скандинавская норка, это исландские лисы, а это огромные звери, которых мы ставили вверх ногами, благодаря чему мех рассыпался, он вел себя как... страусовая буа, это, в общем-то, то, что, чем в Европе люди себя украшают весь год, не только зимой. То есть это вещи, которые, допустим, в вечернее время, с вечерним платьем, с вечерней обувью, очень здорово, очень дорого смотрится на любой женщине. А ось в кінці вашої хутряної колекції, щось було таке для нареченої? Да, у нас була, в самом конце, це був фінальний виход, у нас була біла шуба з білої норки спеціально для виходу невести. Тобто це ми якби її і називали свадебною. Тобто там весь прикол був в тому, що це була глибоке декольте, украшене меховими розами. Это безумно красиво, и сама по себе шуба, на самом деле, она имеет право жить на любой женщине, которая не только выходит замуж, но мы вот так вот условно ее называли шубой невесты. А кто-то купил это хутро? Да, обязательно. Дело в том, что меховые коллекции, они продаются, и продаются, слава богу, хорошо. Они продаются здесь, в Харькове, они продаются в Днепропетровске и продаются уже в Киеве буквально с лета этого года. Під це вбрання одягається сукня сама? Да, конечно, безусловно, безусловно. Но дело в том, что вы же понимаете, как всякая любая разумная женщина, она, собственно говоря, если уж выходит замуж зимой, да, то она обязательно подберет что-нибудь теплое к своему подвенечному платью, и если это мех, если это шуба, да еще если эта шуба соответствует как бы теме этого праздника, да, теме свадьбы, то это вообще замечательно.
розділяєте одяг на подіумі і одяг в житті? Тому що не завжди те, що показують нам на подіумі, можна одягати та носити десь так. Діло в тому, що на сьогоднішній день всі дизайнери, я в тому числі, делают ту одежду, которую мы предлагаем использовать в реальной жизни. Самое главное, то, что требуется вот от нас, от всех, как потребителей, да, этой одежды, понимать простую вещь, что надо четко совершенно знать, куда что надевать. Потому что, допустим, есть вещи, которые стоит одеть на открытие Каннского кинофестиваля, условно, да, есть вещи, которые надеваются на прием к королеве Англии, есть вещи для тусовок, есть вещи для работы, есть вещи для прогулок, поэтому в этом смысле нужно как бы совершенно четко определять задачу и свое положение в пространстве. Поэтому, вот, собственно говоря, тут и начинаются, наверное, проблемы, когда человек не соответствует тому мероприятию, на которое он идет. Ну, глупо прийти в оперный театр в спортивном костюме, да? А у вас есть такие мрії або ідеї, які б ви дуже хотіли втілити в житті? Безусловно, конечно. Дело в том, что как любой художник, я этими идеями живу. Я их рождаю, я пытаюсь притворить их в жизнь. И, собственно говоря, вот то линейное пространство, которое называется жизнью, у меня именно этим и заполнено. Cholito lindo besame así, en tus brazos me quiero morir, cholito lindo besame.